Это вообще аромат моей второй кожи, можно так сказать. Для меня это очень сексуальный, женственный аромат. И это только вот мой аромат. Это Bulgari Omnia Coral. Это, по-моему, вышло в 2012 году, если я не ошибаюсь. А этот аромат я просто случайно заметила, потому что когда я выбирала себе Жанну Ланвин, тестила, я на одну руку пшикнула, значит, на одну запястье Жанну Ланвин. И рядом стоял Bulgari стенд, и стояла вот эта новинка, и я просто для интереса пшикнула сюда и пошла. Шла я через парк с ребенком домой, и, значит, слушала Жанну Ланвин, и потом как-то вспомнила, что на другом запястье у меня другой аромат. И как только я поднесла руку к своему носу, я поняла, что я хочу этот аромат, что он очень красивый, очень сексуальный, интимный, женственный. То есть, если вы вот так будете нюхать парфюм, вот ничего особенного, чувствуется какая-то гранатовая немного горечь, в нем есть аромат граната и какая-то такая водная свежесть, не морская свежесть, а именно такая водная. Но как он раскрывается на коже, это совершенно другой аромат. Если вы решите его попробовать, то обязательно тестите его на своей коже, потому что как он в упаковке, как он на бумажке, это одно, и как он на коже, это совершенно другое.